Всем привет! Это канал «Полезный английский» с Наташей Мельник. И сегодня у нас английский для начинающих, урок 2. Where are you from? Откуда вы? Сегодня мы поговорим о том, как задать и ответить на этот вопрос. Отвечать на него нужно так. I'm from, а дальше вы указываете страну, из которой вы родом или из которой вы приехали. Давайте рассмотрим пример. Where are you from? I'm from Russia. Откуда ты? Я из России. Часто, когда речь идет о стране, из которой вы приехали, речь заходит о том, как сказать о своей национальности. Да? То есть я из России, я русский. Часто, чтобы образовать слово «национальность», берется за основу слово «название страны», к нему прибавляется определенное окончание, и мы получаем слово «название национальности». Например, у нас есть окончание «I», «AN» или просто «AN». Есть слово «название страны» – «Australia», «Австралия». Мы прибавляем это окончание, и получается «Australian», «Австралия», «Австралиец», «America», American, Америка, американец. Russia, Russian. Brazil, Brazilian. Italy, Italian. Germany, German. С группой этих стран прибавляется окончание IAN. Мы получаем национальность этой страны. Также к некоторым странам добавляется другое окончание ISH. Как и когда это добавляется? Ну вот так принято. Есть какие-то страны, к ним добавляется именно такое окончание преобразования национальности. Это просто нужно запомнить. К каким странам относится? Spain, Испания, национальность Spanish, то есть испанец. Poland, Польша, Polish, поляк или полька. Britain, Великобритания, British, британец. Finland, Финляндия, Finnish, Finn. Turkey, Турция, Turkish, турок. К некоторым странам добавляется окончание ESE. Например, China – Китай, Chinese – Китай. Japan – Япония, Japanese – японец. А также есть страны, которые образуют национальность своим собственным способом, без какого-то правила. Например, France – Франция, French – француз. Greece – Греция, Greek – грек. А теперь давайте попрактикуемся. Where is Paulo Coelho from? Откуда Paulo Coelho? He is from Brazil. He is Brazilian. Он из Бразилии. Он бразилец. Where is Antonio Banderas from? Откуда Антонио Бандерас? Ответьте сами. Antonio Banderas is from Spain. Antonio Banderas is Spanish. He is Spanish. Он испанец. Where is Jackie Chan from? Откуда родом Jackie Chan? Jackie Chan is from China. He is Chinese. Jackie Chan из Китая. Он китаец. Where is Catherine Deneuve from? Откуда Catherine Deneuve? И ответ. Catherine Deneuve is from France. She is French. Catherine Deneuve из Франции. Она француженка. Такой вопрос можно задать также по отношению к предметам. Например, Where are Jaguar cars from? То есть, откуда машины Jaguar? Где их производят? И ответ. Jaguar cars are from Britain. They are British. Машины Jaguar производят в Великобритании, они английские или они британские. Вам понравилось это видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.